Всероссийский детский центр «Смена» и Центр спорта и образования «Самбо-70» сотрудничают около 6 лет. Самбо – это единственный в мире вид спорта, где русский язык признан официальным языком международного общения. Ученики Центра спорта и образования «Самбо-70» развивают не только физические навыки, но и умственные способности. Человек должен разносторонне быть развит. Вот. И наша школа дает такую возможность. Помимо спорта и образования у нас проходит очень много культурных мероприятий, там различные есть кружки изобразительных искусств там, и так далее. Совсем недавно началась третья летняя смена, на которой ученики Центра спорта и образования «Самбо-70» совмещают тренировки и отдых. День юных спортсменов начинается так: зарядка, бег, подтягивания и отжимания. После завтрака тренировка продолжительностью 2 часа, обязательная разминка, бег, растяжка, кувырки и безопасное падение. И только потом отработка основных приемов самообороны без оружия. Подножки, броски через бедро, верховые броски. Участник тренировочных сборов «Самбо-70» Камол Ибрагимов занимается самбо уже более 2 лет. У него хорошо получается делать основные приемы – переворот ключом, переворот на рычаг локтя и не только. Мне в смене очень нравится. Тут хорошо тренируют, хорошо кормят. Тут очень приятно провести время. Здесь прекрасные условия. Можно ходить на море, гулять, разные дискотеки, квесты. Все тут предусмотрено для отдыха.